Я рад вас видеть снова у меня на канале. Спасибо, что меня смотрите, лайкайте, ставите хорошие, оставляйте хорошие комментарии. Мы проходим ряд видеоуроков «Намаз от А до Я». И тема сегодняшнего нашего видеоурока – это «Намаз Тахаджуд». Тахаджуд. Он считается одним из самых-самых таких из нафиля намазов, высоким, сильным. Если у вас есть какая-то просьба, представляете, видел даже такие случаи в интернете, по-моему, на видео есть, это снимали. Женщина взрослая, пожилая, в тахаджуд намазе просила дуа у Аллаха Таля, чтобы ее муж принял ислам и читал намаз вместе с ней. Она сама тоже не читала и стала читать намаз. Потом, а он выпивал, оказывается. Представляете, если те, кто любит выпивать, практически невозможно, да, оттуда вытянуть. И вот она тахаджуд намаз читала, каждый раз со слезами просила, и Аллах Таля однажды принял ее дуа, и этот мужчина сейчас, он все это оставил ради Аллаха и совершает намаз вместе со своей женой. Она вот так довольна, так плакала. Вот сила тахаджуда намаза ощутит тот, кто его исполняет. Давайте рассмотрим, что говорится про него немножко и как он совершается. Смотрим. Намаз тахаджуд. Саваб за намаз тахаджуд безграничен. У совершающих этот намаз молитвы будут приняты Всевышним Аллахом. И достоинство этих людей повысится. Достоинство, то есть перед Всевышним Аллахом ихняя дараджа будет расти. Дараджа – это степень. Наш пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, никогда не пропускал тахаджуд намаз. Этот намаз также состоит из 6 рекиатов. Ну, его можно читать и 2 рекиата, его можно читать и 4 по 2. Можно читать и 6 по 2 рекиата, можно читать и 8 по 2 рекиата, как хотите. Но здесь возьмем такую классику, это 6 рекиатов по 2. 3 намаза получается. Угу. Ну, он совершается так же, как суннат утреннего намаза. Просто намерение делать. Я намереваюсь ради Аллаха совершить тахаджуд намаз. Его время длится с полуночи почти до зари. Времени перед самым рассветом называем имсак. Полночь в данном случае исчисляется прибавлением 12 часов ко времени полудня. Например, если полдень наступает в 12:30, то полночь это 00:30. Ориентировочное время. Вот, и длится до, можно сказать, почти до утреннего намаза. В общем, вот, если подытожить, нафиля намаз желательно совершить вот так вот. Вы легли спать, ну, после иша намаза, да, последнюю, вы легли спать, поспали, и потом ночью проснулись. Это самый лучший вариант, потому что встать после сна... Да, ты еще там 2-3 часа только поспал, и встаешь на тахаджуд и совершаешь его. Это такой сильный подвиг, и Аллах это так сильно оценивает, чем то, посижу-ка я за компьютером или за телефоном, время покоротаю, как раз 2-3 часа, кино посмотрю, а потом берешь и читаешь тахаджуд намаз. Саваб, конечно, будет, это же нафиля. Аллах оценивает любое доброе дело. Но самое лучшее – это поспать, а потом проснуться и совершить его. Когда все люди спят, вы читаете этот тахаджуд намаз. Представляете, тут проходит, уходит... Почему вознаграждение за него огромное? Потому что здесь выходит полностью лицемерие. Ночью все спят, никто не видит, а ты берешь и встаешь, читаешь. Для кого? Понятно. Только для Аллаха. Это ты делаешь настоящий подвиг перед Всевышним Аллахом. Поэтому Аллах оценивает этот подвиг очень сильно. Растет твой дараджа, степень перед Аллахом. Пишутся огромные вознаграждения. Что ты просишь в этот момент, Аллах Таля тебе дает, потому что нету для кого ты делаешь, как не для Аллаха. Ты это делаешь для Аллаха, и Аллах это оценивает и принимает дуа, твою просьбу. Поэтому это может делать не каждый. Но если вы будете это совершать, Альхамдулиллахи Раббиль Аалямин. Вот. Если вам непонятно, как его совершать, или какие-то вопросы были еще, пожалуйста, отправляйте комментарии, оставляйте. Будем, иншаллах, время будет, отвечу.
Если вдруг все понятно и было вам полезно это видео, поставьте лайк, напишите «Аллах разобрался», распространите это видео, если считаете нужным у себя в соцсетях, в WhatsApp, в Telegram или еще где-то. Также, если вы не подписаны на этот канал, замечательный канал «Исламские видеоуроки», сделайте это. Подпишитесь, поставьте колокольчик, если сможете найти, чтобы к вам приходили уведомления о новых выпущенных видеоуроках. Спасибо, Аллах Тааля, разы болсын, за внимание. Ассаляму алейкум.